Во время Отечественной войны 1812 года в Пермскую губернию привозили пленных французов. Их, по воспоминанию современников, содержалось у нас более сотни. О том, как пермяки относились к этим бедолагам и какие впечатления французы увезли с собой на родину, расскажем прямо сейчас. Первые партии французов доставили в Пермь в конце января 1813 года, в страшный уральский холод. Очевидцы позже напишут: полумертвые от стужи и голода, несчастные, они почти не походили на людей. Одежда состояла из ветких мундиров и шинелей, едва прикрывавших наготу, обувью служили всякого рода обноски. Говорят, когда в Пермь привезли первых военнопленных, пермяки, народ простодушный, бегали посмотреть на них, как на привидения. Пребывание пленных французов глубоко врезалось в народную память. Свидетели того времени утверждают, что иностранцы вели у нас себя хорошо. Впрочем, пермяки не позволяли себе оскорблений в адрес бывшего неприятеля, чем произвели очень благоприятное впечатление. Военнопленным было объявлено, что государь дарует им полную свободу. Но, получив милость, французы отнюдь не приписывали ее великодушию царя-победителя. Напротив, они отправились на родину в полной уверенности, что на выручку им пришли новые успехи Наполеона. Интересное рядом, обратите внимание.